Вас вітає інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Євген Паблавець. На Гомельщині працягується дотермінове голосування. Сьогодні стане докладно відома кількість виборщиків, які заповнили бюлетені за три дні. А напередодні Олег Сентіров навідав кілька участків Гомельської центральної виборчої округи. Середня школа номер 19 – одна зі старейших у Гомелі. Вона була побудована рівно 80 років тому. Кількість за цей час тут проведено виборів різного рівня, зараз уже і не підлічить. Дотермінове голосування по виборах депутатів Палати представників Національного сходу Білорусі 6-го скликання на участку проходить без проблем. За два перші дні дотермінового голосування удел у виборах на Гомельщині прийняли біля 10% жихарів. Причина у кожного різна. Нехто у вихідні буде знаходитися на дачі, нехто на своїх працівних місцях. Але прийняти удел у виборах необхідно обов'язково. У решті, це політична кампанія державного узровню, від виніку якої буде залежить будучення нашої країни. На притягу усього дотермінового голосування за його ходом уважливо служать наглядальники. Їх кількість час від часу зміняється, але некілька чоловік на участку знаходяться постійно. Поки наблюдателі нам не висказували своїх жалоб, в настояще час все проходить в тихій, спокійній атмосфері. Участок номер 8 Гомельской центральной выборчей округи, размещенный на территории акционерного товариства «Коминтерн». Правда, ни вытворчему, ни выборчему процессу этот факт не перешкаджает. Сярод жыхароў навакольных домов у основном люди сталого узросту, для яких гэтыя выборы не першыя, а тому до голосования яны подыходзяць з усёй адказнасцю. Наглядальнікі констатуюць, усё адбываецца у рамках дзеючага законодаўства. Я вот уже 30 дзён здесь, как наблюдатель, то вижу, что наш народ исполняет свой гражданский долг достойно, с честью и совестью. И нарушений я здесь никаких не заметил. Не знаю, может, на других участках что-то бывает и похоже, но у нас все очень хорошо слажено. Участок номер один Гомельской центральной выборчей округи. Основная колькость зарегистрованных тут выборщиков – жыхары приватного сектора. 11 вересня и они будут находиться у Гомеля, тому подчас дотерминового голосования людей на участку не шмат. Что тем не меньше, не выключая постоянных надзирателей ранее за ходом выборов с боку представников образованных коллективов, политических партий и громадских организаций. Они присутствовали полностью на протяжении всего времени для голосования, то есть начиная с 10.00 до 14.00, затем 16.00 до 19.00. Замечаний от присутствующих наблюдателей в адрес работы участковой комиссии не поступало. У 10-й Гомельской гимназии для проведения дотерминового голосования отвели один из кабинетов. Калі меркаваць по тем факте, что с биографиями кандидатов, якія размещены на специальном стенде, практически никто не знакомится, можно сделать вывод. Пераважная большинство местных жихаров свой выбор уже сделала. Наглядальник от партии «Справедливый свет» Игорь Новик на участку находится с самого початку дотерминового голосования и фиксует все подробности выборчего процесса. Голосует свободно, все здесь прозрачно видно. Подходят, кому нужна помощь, тоже оказывает комиссия, особенно если нужно кому-то со зрением или еще что-то. Записываются тоже на выходные. Кто не может в состоянии прийти, или больные люди, тоже приходило два человека, записали своих родственников. А так вроде бы все в порядке, все хорошо, выборы идут. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельщину навідала надзвичайний повномоцний посол Злученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії у Республіці Білорусь Фіона Гіб. У обласному центрі вона провела кілька офіційних зустріч. За її ходом назирала наш кореспондент Настасія Кучинська. У якості посла Злученого Королівства Фіона Гіб навідує Гомель у першиню. Свій пост вона зайняла недавно і у Білорусь приїхала тільки у гетим годі. Тому гетий візит у першу чергу ознайомленший. Його дипломат почала з зустрічі зі старшинею аблвиконкома Владимиром Дворником. У залі так само старшиня Гомельського гарвиконкома Петр Кирышенко і старшиня комітету економіки аблвиконкома Ельвіра Карніцька. Баки обмірковують питання розвиття супрацовництва і можливості реалізації сумісних інвестпроєктів. Заміжною гостю цікавлять аспекти розвиття у регіоні, приватного бізнесу і сфери едукації. Фіона Гіб так само високо оцінила проведену в області роботу по реабілітації потерпілих від аварії на ШАЕС території. Не менш насыщенная гутарка у Гомельском отделении гандлёво-промысловой палаты. Тут говорка так само про махчимые суместные перспективы. Узаемный товарооборот Гомельской области и Великобритании у студени-шервени этого года склал свыше 5 миллионов долларов США. На Гомельщине находятся 8 предприемств с английским капиталом. Иснуют побратимские сувязи и суместные социальные проекты. Але это верогодно не вычерпывая все махчимости супрацовництва. Тому на сустрэчы представники установ медицины
медицины и культуры, бизнесу и громадских организаций Гомельщины. Размова отрималась довольно насыщенной и за место запланованной годины заняла две. Я хотела познакомиться у якости посла с Гомельской областью, потому что это другие по величине региону Беларуси. Обмерковать пытание экономики и супрацовництва у бизнес-сферы, познакомиться с мэром Гомеля. Я являюсь назиральником на выборах, и это так само мета моего визиту. Мне вельми сподобался ваш город, я спадзяюся вернуться сюды еще раз. Официальную частку ознаемленшего визиту с подарения Фиона Гиб заканчивая в университете имя Франциска Скорины. Тут посол Великобритании выступила перед выкладчиками и студентами. Размова идет по-английски. Это такой своеобразный урок для студентов, которые выучают эту мову. Анастасия Кучинская, Сергей Лукашук, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». У лику официальных подій минулого дня так само прием делегации казахстанского Павлодара у Гомеля. Мета поездки – активизация двухбаковых сувязей помеж городами. Покуль экономичные отношения Гомеля с казахстанскими партнерами вельми активными назвать нельга. С початку этого года взаимный товарооборот склал 6,5 миллионов долларов. Это крыху больше, как полова процента от объема внешнего гандлю предприемства города. Сегодня на рынку Казахстана запотребованные наши мебля, шпалеры, обсталевание для чыгунки, а так само некоторые виды продукции – молоко и мясоперепрацовки. При этом удельная вага Павлодарской области у внешнем гандле Гомеля с Казахстаном зараз складает только 4%. Подчас визиту баки мают намер обмерковать новые накерунки супрацовництва, что дозволит активизовать двухбоковые контакты. Мы первый раз приехали в Гомель и для обмена опытом в сфере архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городов, ну и установить первоначальные связи для дальнейшего реализации отношений там, в различных сферах уже не только ЖКХ, но и в торговле, привлечение инвестиций. Санитарная служба Гомельской области начали проверку школьных столовых и харчовых блоков. На протягу ближайших дней оценка безопасности их работы будет зроблена по всех научальных установах региона. Как доведались наши корреспонденты, покуль значных порушений не выявлено. У администрации школ кажут, что подрыхтовка столовых до нового навучального года за все до сирот приоритетов. При вельми уже значной необходимости можно учиться и у непофарбованном классе, але коли размова тышится здоровья детей, не снуе никаких компромиссов. По этой причине у шмат яких школах навод отмовляются от привозу обеда у стыжа комбинатов школьного харчавання. Не то, как там была низкая якость, але приготованная непосредно у навучальной установе все ж таки лепш. Я все-таки за непосредственно школьную столовую. Мне кажется, так вкусно, как готовит вот наша школьная столовая. Привозное питание до этого ему пока еще далеко. Все-таки оно везется, оно в термосах, оно может по дороге где-то чуть-чуть остывает. А здесь с пылу, с жару и опять-таки под постоянным неусыпным контролем директора школы, заместителя директора, который отвечает за работу столовой, медицинского работника, брокеражной комиссии. Намного качественнее и вкуснее. Наявность сучасного обсталявания дозволяет не только якостно готовать ежу, але и робить это у отповедности со станом здоровья школьников. Коли мерковать по медицинских доведках, достатково значная колькость навученцев сегодня мая потребу у диетичном харчевании. А проще того, у все больше значную популярность у школах набывают так званые новые технологии харчевания на кшталт шведского стола, типа переднего заказу страу. Воспитывать культуру приема пищи. Поэтому это сегодня процесс, который он продолжается в учреждениях образования. Ну, я думаю, что имеет свое будущее. Подчас проведения проверок работники санитарных службов без уваги не покидают ничего, починаючи от ассортименту продуктов у школьных буфетах до наявности достатковой колькости посуду. Коли мерковать по тем, что значные штрафы покуль не выписаны, ситуация у школьных столовых зусім не дрэнная. Порушения, которые означаются у протоколах, ликвидуются у короткие термины. Проверки только начались, поэтому говорить в полной степени о том, ну, в каком состоянии сейчас пищеблоки находятся, очень трудно. Но вот результаты, первые результаты показывают то, что грубых нарушений на пищеблоках не выявляется. Выявляются незначительные нарушения текущего характера. А в целом можно сказать, что питание школьников полноценное, разнообразное. Оно соответствует физиологическим потребностям в белках, жирах, углеводах, калорийности. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Инспекция Министерства по податках и сборах по Гомельской области и Управление адукации Гомельского облвыканкама начали совместную акцию по повышению податковой письменности у навучальных установок региона.
Упершиню она прошла у Гомельским областным лицеем. Областный лицей для старту акции обраны не выпадково. Амаль полова его навученцев являются уродженцами района у Гомельской области, а тому смогут распаусюдить отриманные веды и на своей малой родиме. Формировать податковую культуру и выховывать законопослухмяных громадян необходимо со школьного узросту. Але покуль такие уроки в программе не предугледжены. На думку наставников и работников инспекции, проводить такие встречи можно с вучнями пятых и больше старших классов. Главное – донести думку об тем, что без наявности податков не может быть и самой державы. При этом податковые инспекции вырешили отмовиться от звычайных лекционных занятков. Уроки податковой письменности будут проводиться у гульнявой форме. Причем для больше грунтовного засвоения материалу Галиновое министерство выдало специальный сборник казок. Есть же сказки, да, про Колобка, про Красную Шапочку. А в налоговой инспекции выпускается сегодня книга «Сказка о налогах». Если есть у кого-то желание, мы можем так вот. Да мы сегодня будем, в принципе, раздавать учащимся эту книжку, чтобы они могли не только ее сами почитать, а могли где-то даже поколению гораздо младше себя ее дать, чтобы детки получали первые азы именно этой налоговой культуры. У Гомельском областном центре Олимпийского резерва по легкой атлетике отбылись урочистости с нагоды початку нового навучального года. Посвящение, присвоение спортивных званий, подарунки за высокие достижения, а для самых юных выхованцев установы – уражение от встречи с удельниками Олимпиады. Подробности в материале Дмитрия Котова. Гомельский областный центр Олимпийского резерва по легкой атлетике створен в 2007 году. За неполное десятилетие выхованцы установы не одной чегодно представляли в область на республиканских и международных стартах. Трем спортсменам присвоено гоноровое звание «Заслуженный майстер спорту». Еще 9 человек стали майстрами спорту международного узровню. Новый научальный год распочался маль для 300 ребят, больше из яких их головные старты чакают напереди. С каким багажом идем мы в этот год, в принципе, видно. Мы отработали неплохо, это касается разных звеньев подготовки и среднего звена, там ребята стали победителем спартакиады Республики Беларусь в командном первенстве. Что касается следующего года и следующего четырехлетия, можно сказать, то оставаться при таких же планах, в принципе, активно сотрудничать с нашей федерацией, Белорусской федерацией легкой атлетики. Головный выник упартых тренировок – выступление на олимпийских гульнях. На головных стартах 4-годия у Рио-де-Жанейро у складе национальной сборной были 5 выхованцев областного центра. Сярод их Екатерина Поплавская. Зараз яна дарэчы находится у отпуску, однако от встреч с починающими спортсменами николи не отмовляется. Яна делится уражениями от олимпийских баталий и мотивует будущих зорок спорту пленно тренироваться. Ну, это, во-первых, интересно, это где-то за границей, международный старт, много новых людей, много нового и интересного. А бесценный опыт это в том, что это международное все-таки соревнование, это не республиканский уровень, это очень престижно. Еще одна знаковая подія – подарунки спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения. Четырем спортсменам вручают посвящение майстров спорту, отримливая его и Кристина Концовенко, якой усяго 16 годов, что для легкой атлетики довольно незвычайная з'ява. Зараз для Кристины и усіх гэтых ребят начинается отлик нового периода у их спортивном житті. Напруженная праца и жадание отшуть смак перамог обовязково приведут на самые высшие ступени пьедесталу гонору. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио. Компания Гомель. На этом выпуск завершен. У студии для вас працював Евген Побаловец. Усяго доброго и до встречи в эфире.